Как дела, Braille Russia? Давно не виделись. Как вы знаете, возможно, я надеюсь, что вы знаете, я запустил у себя в Инстаграме челлендж на 10 тысяч рублей. Вы делаете 3 трюка и можете выиграть 10 тысяч рублей. Короче, замес такой. Вы подписываетесь на RightStep, подписываетесь на меня, делаете 3 трюка, снимаете их, выкладываете у себя в Инстаграме, отмечаете под своим постом RightStep, отмечаете меня, ставите хэштег Killer King Challenge, и через месяц мы с Альбертом на канале SBM выбираем того, кто лучше всех сделал эти 3 трюка, кто лучше всех их снял, и прям сразу 10 тысяч рублей переводим ему, или можем лично дать, если он сильно хочет. Вот, короче, такой замес. Вы спросите, что же такие за трюки, которые стоят 10 косарей? Вот они. Эти трюки сложные для меня, может быть, для кого-то из вас, но для Никиты это прям лайты, я знаю. И сейчас мы посмотрим, за сколько секунд Никита сделает эти трюки. Если он сделает их с первых попыток, я лично презентую ему от себя 10 тысяч рублей. Я надеюсь, что этого не произойдет. Очень сильно на это надеюсь. Мне страшно. Я хочу, чтобы он не сделал это. Но я скажу, Никитос, с первых попыток делаешь 10 косарей. Но перед основным действием еще, если вы не уверены в своих силах, если вы думаете, что не сможете эти трюки сейчас сделать в ближайший месяц, просто отметьте под моим постом конкурсным двух друзей, и через месяц я выберу одного человека из комментариев, кто получит сертификат на 3000 рублей в магазине RightStep. Вот, поэтому опять спонсор наш RightStep. Кстати, скоро новые фанеры, новая партия фанер. Спасибо RightStep за фанеры, за этот челлендж. Отдельно стоит упомянуть, что я этот челлендж подглядел у Егора Кальдикова. Он делал такое 2 года назад. Меня это очень вдохновило. И прошлый год я весь думал, какие бы такие сложные трюки выучить, чтобы тоже замутить свой челлендж. Поэтому спасибо, Егор, за вдохновение. Спасибо вам за то, что участвуете. Спасибо RightStep за то, что спонсирует. Где Никита? Сейчас мы найдем Никиту. Мы нашли Никиту. Никит, смотри, я ему еще не рассказывал все условия, я их придумал только недавно. Смотри, ты знаешь, я челлендж запустил в Инстаграме, да? Со сложными для меня трюками. Но для тебя эти трюки не сложные. И я, смотри, я предлагаю тебе такое условие. Ты делаешь фейки Bigger Spin, 540 флип и плазма спин с первых попыток, и я отдаю тебе 10 косарей. С первых попыток? Если ты сделаешь их с первых попыток. Если ты сделаешь с первых попыток... Первый попыток или попытки? Ну, типа, одна попытка на один, а одна попытка на другой. Надо 3 трюка сделать. Да. Ну, давай попробуем. 3 трюка с первой попытки. Не факт, что я сделал. Сначала бегин... Я понимаю, я знаю! Именно в этом смысл. Я не хочу давать тебе 10 тысяч на самом деле, Никит. Ну, давай 540 флип попробуй. Я только приземлить смог. Это такие трюки, на которые нужно раскатываться, я считаю, не раскатан. Все. Скажу честно. Твои деньги остались. Скажу честно. Я прям, у меня была такая мысль, что нет. Но все-таки он может это сделать. Могу, да, но я не такой задрот. Фух. Все, мне полегчало. Все, отпустило. У меня второе условие. Ты делаешь эти 3 трюка за 5 минут, и я даю тебе 1000 рублей. Давай, засекай. 5 минут, 3 трюка. Начали. 3, 2, погнали. Есть. 540 флип сложно без разминки. Один остался. Блин, вот это уже интересно. Подстава. Пятьдесят секунд. Сколько мне осталось на? Еще 4 минуты. Да ладно. 4 минуты могу баловаться. Я сделал. Минута!
Две секунды. Просто одним дублем. Это было криво, но факт был, ну, самое главное, что я сделал. Фух. Минута. Две секунды. Начнем с того, что зимой катаюсь в рампе, и я особо эти трюки вообще не делаю. То есть там рампа, перила. Фух. Какой трюк, с какой попытки он сделал, пишите в комментариях. Мы прям одним дублем пустим. За минуту, за минуту. Я плазму спин вот только учил вот этой зимой. И мне, конечно, тяжело она далась. Сейчас уже попроще вроде. Ну, серьезно, сложный трюк. Ну, а тебе респект. Готово. Честно заработанный косарь. Да, пришло. За минуту три сложных трюка. Но десяточку-то он не срубил, а вы еще можете срубить десяточку. Еще, как я говорил, скоро поставка фанер в Райтстепе. Новые фанеры, уже есть предзаказ. Поэтому заходите на сайт Райтстеп, предзаказывайте. И по этому поводу, если это видео на Ютубе соберет 3000 лайков, то мы разыграем одну свежую новую фанерку среди комментариев под этим видео. Поэтому ставьте лайки, набираем 3000 и разыгрываем фанеру среди комментариев. Лайки, комментарии, вы знаете. Фанерки в массы, тест фанер тоже скоро будет. Ждем на тест? Да, ждем. Где на будем тест. Тестить? На Шелепихе? Или пойдем чистить скейт-парк? Да, будем досками чистить снег. А потом катать. А потом катать. Поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии, разыграем еще одну фанерку. Участвуйте в челлендже. Все условия на экране вот здесь. Вот здесь. И Райтстеп 12 марта по случаю своего переезда устраивает события. Там будут большие скидки, будет тусовка, еда. Приходите в Райтстеп, закупайтесь со скидкой 12 марта на флаконе. Подписывайтесь на Райтстеп в Инстаграме, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Участвуйте в Killer King Challenge. Делайте эти трюки, учите новые трюки, потому что это весело. Мне было очень весело. Спасибо вам большое, что смотрите. Посмотрите и другие видео вот здесь. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Не забывайте про 3000 лайков. Через месяц подведем итоги, кто круче сделал эти сложные трюки. Спасибо вам большое, что смотрите. Катайтесь на скейте. Пока.